Да. Ну, где стул? Подо мной. Ну, со своим надо приходить. Вы что, первый раз в больнице? Что у вас там, печень? Идите сюда. Все нормально, не вытарчивает. Можете идти. А, вы на платный. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Ну, что там у вас? О, боже мой, у вас печень вытарчивает. Вы можете умереть через месяц. Ну, раз у вас нет таких денег, вы можете позвонить родственникам. Зачем? Ну, либо попросить денег, либо попрощаться. А ну тихо все, я сказала вам! Записываем классную работу. К доске пойдет, кто у нас там давно не был. К доске пойдет. К доске пойдет. К доске пойдет. Миша, вот ты иди. В смысле ты не пойдешь? Иди, я тебе два поставлю. Ну все, два ставлю. К доске пойдет. К доске пойдет. Юля, иди. Давай, записывай. Ну что ты стоишь? Записывай. Ну как это ты не знаешь? Ты что, на уроках, что ли, не слушаешь ничего, что ли? Ой. Детки, еще раз объясняю. Это, вот это, а вот это, вот это, вот это. Вот это так, а это вот так. Это так не делаю. Все, я уже записываю. Ну, обязательно. Смотрите, вот все записали, да? Вот еще вот это можно записать, вот так вот, да. Вот так вот можно записать. Вот, да. А это у нас новая тема сегодня. Вот, вы все записали, да? Я буду проверять наличие красной работы. Я буду проверять. Я не выпущу из кабинета того, у кого не будет полная классная работа. Будьте дома. Whoa.